Календарное лето еще не наступило, а на термометре уже плюс 30. Актуальным становится вопрос летнего отдыха. В Алатыре жители решили благоустроить береговую зону реки Сура. Это живописное место алатырцы называют «Дикий пляж». Лет 10, а то и более, он таковым и был. Территория заросла бурьяном, кустарником, а люди дополнили пейзаж бытовым мусором. Но здравый смысл и ответственное отношение к природе взяли верх. В выходные горожане вышли на субботник и убрали всю прилегающую территорию. Вот в этой вот в зеленой зоне мы большую часть приняли в том, что очень много было мусора. Сухие деревья попилили, выгребли пластик, очень много пластика вывезли. И вот, допустим, на данный момент этот участок хороший, чистый, можно что-то там также организовать. Можно, допустим, какие-то палаточки, допустим, вот где заборчик в планах разрисовать, он металлический, а уж рисунки какие, ну, посмотрим, что получится. Надежда Кучеренко, 63. Она любительница позагорать. Сейчас из-за пандемии пенсионерка намерена отдыхать на родине. Чтобы пляжный сезон был комфортным и безопасным, подготовить нужно не только сам пляж, но и дно, уверяет она. Песочка бы сюда, песочка бы насыпать, песочка бы. Вот в этом году, да, вот прям тут вообще тина, прям вообще купаться даже не зайти в водичку, так сейчас бы скупнуться бы, нет. Там прям вот это уйдешь. Тина прям, тина. Дорога к пляжу, стоянка для автомобилей здесь есть. Для удобства требуется установить кабинки для переодевания, биотуалет, киоски с охладительными напитками и мороженым. И этот вопрос ложится на плечи городских властей. Работы планируется провести в кратчайшие сроки. Туда входит эта пляжная территория для загорания, это волейбол, какие-то игровые площадки, значит, инфраструктура. Это, соответственно, ну, продажа там, мороженого, охладительных напитков. Кроме этого, в службу спасения ГКЧС Чувашии мы обратились с просьбой исследовать водную территорию, это дно, наличие каких-то посторонних предметов. Сейчас планируем завести песок. И всю вот эту инфраструктуру, которую я сказал, мы должны смонтировать до 1 июня. 1 июня пригласим жителей наших загорать, купаться на уже организованный пляж. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.